10 сентября 2023 года в Ульяновской области будут выбирать депутатов законодательного собрания. Благодаря открытому формату подбора кандидатов конкуренция среди заявителей высокая. 513 участников электронного предварительного голосования заявились. И это более 14 человек на место. Конкуренция очень и очень серьезная. Отрадно, что и беспартийные, и сторонники партии принимают также активное участие, а более 40% это именно те, кто пока еще не является членами партии «Единая Россия». Заявки подали кандидаты от 20 до 76 лет. Потенциальные депутаты являются представителями различных профессий, работники авиастроительной и железнодорожной отраслей, сотрудники почты, а также индивидуальные предприниматели, пенсионеры, студенты и многие другие. Также кандидатами стали участники специальной военной операции. Особое внимание на брифинге представители оргкомитета уделили участию молодого поколения в предстоящих выборах. В большинстве случаев молодежь здесь имеет право принимать участие не только как кандидат, но и быть частью команды представителя кандидата. И здесь у нас уже ребята работают на различных округах. Также в этот день будут избираться депутаты городской думы в Димитровграде. По городу Димитровграду зарегистрировано 125 кандидатов, и конкурс составляет 4,2 на место за мандат. То есть категории они различные, от работников бюджетной сферы, от воспитателей садиков до представителей градообразующих предприятий. Параллельно с подведением итогов оргкомитетом продолжается регистрация избирателей на электронном предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого партия определит кандидатов для дальнейшего выдвижения в депутаты Законодательного собрания региона и городской думы Димитровграда. Количество зарегистрированных избирателей уже превысило 45 тысяч человек. Для участия в предварительном электронном голосовании с 17 апреля по 26 мая необходимо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. После регистрации можно будет проголосовать на сайте с 22 по 28 мая. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.